сидим у Руслана дома, и нас попросили записать немножечко про совместные проекты. Я не знаю, как лучше анонсировать, но мы недавно сделали интеграцию между Amaseram и Callback Hunter. Знакомьтесь, это Максим, менеджер успешной компании. Максим пользуется Amaserum, и совсем недавно он установил Callback Hunter в разделе интеграции. Теперь до него клиенты дозваниваются за 8 секунд. Они просто нажимают кнопку «Жду звонка» в виджете Callback Hunter или пишут сообщение в чат. А это Алёша, менеджер другой компании. У Алёши нет Amaserum и Callback Hunter. Алёша работает по старинке. Его клиент все еще ждет звонка. Когда клиенты связываются с Максимом через Callback Hunter, они автоматически появляются в Amaserum в разделе «Неразобранные». Когда клиенты связываются с Алёшей, они тоже появляются в неразобранном. Даже если Максим исчез, его легко заменит другой менеджер. Ведь Callback Hunter сохранил имя, телефон, электронную почту, всю переписку в чате и даже записи разговоров в Amaserum. Алёша тоже хранит всю информацию о клиенте. Его заменит любой менеджер. Расходуйте свое время эффективно. Используйте Amaserum в паре с Callback Hunter. Еще мы будем интегрировать партнерки на самом деле. То есть мы сделаем так, что партнеры Amaserum смогут продавать Callback Hunter, партнеры Callback Hunter смогут продавать Amaserum. Ну я вот, кстати, позавчера девушке что-то спрашивал, что за партнерка в Amaserum. Я рассказывал, мне нравится то, что вы сделали. Что первый транш, вот, который партнер зарабатывает, он практически полностью, да? Да, да, оставляет себе, это офигенная тема. И про релиз, кстати, вот у вас все там секретно, не раскрываете, да? Да. Но там я посмотрел, Hunter следующей версии будет. Очень много мелочей доведено до ума и сделано, скомпоновано в единую удобную тему. Кстати, тоже покажем 28 октября. Ставьте Callback Hunter, Amaserum. Да, Александр Павлович, Callback Hunter и Amaserum нужно интеграцию, да.